Я вас приветствую, друзья. Сегодня с вами я, Владислав Махмудов, и нахожусь в солнечном Дилижане. Ой, нет, нет, конечно же, не в Дилижане. Это, помните фразу из фильма «Мимино»? Не догадаетесь, но это город-курорт Ейск, который расположен на Азовском море, чудесном, теплом, куда стоит тоже приехать. И это один из, может быть, из самых бюджетных городов, где можно искупаться в море с детьми и просто отдохнуть и насладиться чистым воздухом. Это центральная улица, по которой я сейчас иду. Погода шикарная, легкий ветерок дует. Здесь поют уличные артисты. Сейчас я секундочку пройду и продолжу наше общение. Так вот, друзья, здесь, как вы уже, наверное, догадались в очередной раз, я нахожусь по работе, но любая работа, как я говорил уже, должна в себе совмещать не только рабочую-деловую деятельность, но и по возможности какую-то культурную. Город Ейск достаточно небольшой город, его можно вообще, в принципе, пешком обойти. И очень много музеев, есть аквапарк, есть даже зоопарк. Набережная, на которую я скоро попаду, дойду пешочком, конечно. Я обязательно вам тоже покажу и опробую теплые воды Азовского моря. Так что обязательно следите за новостями, подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Берегите себя, своих близких, и не забывайте, лето бывает раз в году. И провести отдых, я считаю, на море – это очень правильное решение. Увидимся, пока-пока.